годиння. Моя позиція полягає в тому, що винні повинні бути покарані. Випадкові люди, учасники того дійства і 30-го, і інші дні, повинні бути амністовані. І амністія ця потрібна для того, щоб дати гарантії. Напоминаю, мы продолжаем следить за трансляцией круглого стола, который проходит сейчас по инициативе Леонида Макаровича Кравчука. Мы видим господин Кравчук, господин Кучма, господин Ющенко и действующий президент Виктор Федорович Янукович сейчас выступает с речью. И вот буквально... с вами были и объективные, и справедливые, и далекоглядные. Дуже важливо, що ми сіли за цей стіл і ця розмова розпочалась. Я дуже вдячний першому президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку, президентам Кучмі Леоніду Даниловичу, Ющенко Віктору Андрійовичу, що вони складають час також разом з нами і готові поділитися своїм досвідом, своєю мудрістю і пошукати спільне рішення. Дякую, Віктору Федоровичу. Запрошую тих, хто хоче зал переговорів за круглий стол. Круглим столом присоединились і Віталій Кличко, і Олег Тягнібок, і Арсеній Яценюк. Я просив би, якщо можна, Леонід Макарович. А це значить, що діалог опозиції може состояться з власністю. Щоб він зробив коротку інформацію стосовно угоди і висловив свою точку зору і точку зору наших, я вношу таку пропозицію. Я думаю, що це буде корисно. Щоб ми спочатку набрали інформацію, потім, можливо, почали дискусію. Моя позиція полягає в тому, що винні повинні бути покарані. Випадкові люди, учасники того дійства і 30-го, і інші дні повинні бути амністовані. І амністія ця потрібна для того, щоб дати гарантії. Напоминаю, мы продолжаем следить за трансляцией круглого стола, который проходит сейчас по инициативе Леонида Макаровича Кравчука. Мы видим господин Кравчук, господин Кучма, господин Ющенко и действующий президент Виктор Федорович Янукович сейчас выступает с речью. И вот буквально... с вами были и объективные, и справедливые, и далекоглядные. Дуже важливо, що ми сіли за цей стіл, і ця розмова розпочалась. Я дуже вдячний першому президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку, президентам Кучмі Леоніду Даниловичу, Ющенко Віктору Андрійовичу, що вони складають час також разом з нами і готові поділитися своїм досвідом, своєю мудрістю і пошукати спільне рішення. Дякую, Віктору Федоровичу.
запрошую тих, хто хоче зал переговорів за круглий стол. Круглим столом присоединились і Віталій Кличко, Олег Тягнібок і Арсеній Яценюк. Я просив би, якщо можна, але не покажу. А это значит, что диалог оппозиции Украины, может состояться с властью. Чтобы я дал короткую информацию стосовно угоди и выслал свою точку зору и точку зору наших оппозицию. Я думаю, что это будет корректно. Щоб ми спочатку набрали інформацію, потім, можливо, почали. Зменшення товарообороту з традиційними партнерами України. При этом український ринок по тим условиям, на яких ми вступили у Всемирну організацію торговлі, практично не був захищений. Достатньо сказати, що рівень захисту у нас приблизно в 2 з лишнім рази менше, ніж в Росії. Буквально сьогодні Госкомстат опублікував дані о товарообороті за 10 місяців 2013 року. Товарооборот с Российской Федерацией упал на 16%. СНГ в целом падение на 17%. Падение торгового оборота с Индией 13%. Южной Кореей 49%. Индонезии 16%. Испании 19%. В целом товарооборот за 10 месяцев 2013 года снизился почти на 10%. Во-вторых, неравноправный договор о поставках российского газа привел к огромным потерям валютных резервов государства. За 3 года ушло более 20 миллиардов переплат. Помимо прямых платежей, 20 миллиардов долларов переплат. И этот договор продолжает каждый месяц обескровливать валютные резервы страны. Собственно, вот эти 2 предательских удара в спину Украины, невыгодные условия торговли в рамках СОД и кабальный газовый договор в целом сформировали сегодняшнюю ситуацию. В-третьих, в 2013 году нам пришлось выплатить колоссальные внешние долги, в том числе по кредиту МВФ, которые были взяты в 2008-2009 годах, более 5 миллиардов долларов. В-четвертых, отрицательное сальдо в торговле с Европейским Союзом увеличилось до 10 миллиардов долларов. В-пятых, меры по ограничению экспорта украинских товаров в Россию привели к отрицательному сальдо взаимной торговли около 7 миллиардов. Причем, какие отрасли пострадали? Те, которые практически не находят сбыта на других рынках. И здесь присутствуют руководители крупнейших наших предприятий Украины. За 9 месяцев 2013 года потери экспортных поставок в Россию продукции машиностроения составили более 18%. Нет. Предпринимались колоссальные усилия по сокращению потребления российского газа. В нынешнем году Украина потребит на 40% меньше российского газа, чем в 2010 году. Примерно 26 миллиардов кубометров против 37. Огромная работа проведена по увеличению собственной добычи газа. Заключены соглашения на разведку добычи сланцевого газа, газа на шельфе Черного моря, реабилитации старых месторождений с такими мировыми лидерами отрасли, как компании Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni. Еще в начале лета, оценив ситуацию, мы обратились к партнерам в Евросоюзе с просьбой рассмотреть меры, которые помогли бы экономике Украины преодолеть острейший кризис. Например, разместить заказы на наших предприятиях, принять участие в совместных инвестиционных проектах. Мы все время были в переговорном процессе. Мы также убеждали российских партнеров, что зона свободной торговли с Европейским Союзом не несет угрозы для них. Доказывали это расчетами. Мы были с ними в постоянном переговорном процессе. Одновременно мы убеждали Международный валютный фонд, что условия кредита для Украины не должны быть стереотипными. У нас есть преимущество внутреннего рынка, которое раскроется при достаточной финансовой поддержке. Также мы рассчитывали на обещание Европейского Союза повлиять на МВФ. Мы все это время были в постоянных переговорах с МВФ. И что же мы получили? Льготные торговые режимы с таможенным союзом для нас могли бы отмениться. Евросоюз, подчеркиваю, никакого внятного ответа на наши предложения не дал. Обещание повлиять на МВФ осталось невыполненным. А за неделю до саммита в Вильнюсе Международный валютный фонд выдвинул Украине еще более жесткие условия. Итак, к моменту проведения Вильнюсского саммита Украина должна была сделать выбор. Подписать соглашение и столкнуться
я абсолютно ответственно заявляю, с неизбежным крахом экономики. Или отложить подписание и добиться от всех сторон, увлеченных в ситуацию, учета интересов Украины. Здесь находятся все президенты Украины. И я хочу задать предельно откровенный вопрос. Имея 19 миллиардов долларов валютных резервов, могли ли мы идти на заведомый дефолт государства, имея 10 миллиардов отрицательного сальдо в торговле с Евросоюзом, 15 миллиардов долларов в торговле со странами таможенного союза, 5,5 миллиардов долларов выплат в 2014 году по внешним долгам, около 10 миллиардов долларов платежей за газ по существующим сегодня ценам, итого более 40 миллиардов долларов против примерно 19 миллиардов долларов валютных резервов. Скажите, какой политик, несущий ответственность за судьбу страны, принял бы решение игнорировать эти объективные факты и, невзирая ни на что, подписать соглашение? Да, мы просто не успели откровенно и убедительно рассказать о сложившейся ситуации нашим людям. Да, мы очень мало говорили о рисках, видя перед собой прежде всего стратегическую перспективу. Поэтому мы надеялись минимизировать риски. Этого не удалось сделать до саммита в Вильнюсе. Но я глубоко убежден, что настойчиво последовать на работе и стабильности в обществе, мы сможем это сделать за время, которое взяли для исправления ситуации. Итак, какие же мы риски обязаны минимизировать и как это сделать? Первое. Мы договариваемся с Российской Федерацией о восстановлении торгово-экономических отношений в полном объеме. На это нацелен целый комплекс мер, определенных документами, которые будут подписаны в ходе заседания Украины Российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве. Снимаем 15 миллиардов отрицательного сальдо платежного баланса по торговле. Среди важнейших документов. Первое. Дорожная карта по регулированию торговых ограничений в двухсторонней торговле между Российской Федерацией и Украиной на 2013-2015 годы. Полностью документ отработан. Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о реализации мер государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями заработает наша авиационная отрасль. Третье. Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Четвертое. Меморандум о намерении по активизации сотрудничества в сфере судостроения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленной политики Украины. Соглашение пятое между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины в области ядерной и радиационной безопасности. Тоже открывает путь к развитию нашей ядерной отрасли. Шестое. Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Седьмое. Протокол между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году. Это полностью снимет все спорные вопросы. Второе. Мы хотим возобновить кредитование Международного валютного фонда на приемлемых для Украины условиях. Мы доказываем, что для нас неприемлемо резкое повышение почти в два раза тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сокращение социальных расходов бюджета, замораживание заработных плат, пенсий, социальных пособий, ликвидация бюджетной поддержки села. Все вместе это приведет лишь к снижению покупательной способности людей, то есть сокращению того ресурса, который держит на плаву нашу промышленность и сельское хозяйство. Посмотрите, ведь Греция по рецепту МВФ получила за последние годы более 400 миллиардов долларов помощи. Так и не выправила на сегодняшний день ситуацию. Третье. Микола Янович, Микола Янович, як ведучий столу я маю обов'язок нагадати, що регламент... Я завершаю. Будь ласка. Завершаю. Третье. Мы хотим договориться с Европейским Союзом о таких условиях переходного периода, которые позволили бы Украине выровнять сальдо торгового баланса, стимулировать экономический рост. Чтобы сравняться в конкурентоспособности с рынком Европейского Союза, должна быть проведена громадная работа по модернизации промышленности. Под
отраслям производственного сектора износ машин и оборудования в Украине достиг более 60%. Непосредственно в промышленности достигает показатель 65%. Наибольшая степень износа машин и оборудования в Украине в цветной металлургии 75%. Машиностроение 71%. Степень же износа основных производственных фондов ЕС не превышает 25%. А ведь мы собираемся с ними конкурировать. Мы не можем, как того требует Евросоюз, резко отказаться от бюджетной поддержки угольной промышленности, аграрного сектора. Речь идет в первую очередь о государственных угледобывающих предприятиях, на которых занято более 150 тысяч человек. Понятно, что в случае требования Европейского Союза радикально снижать размер дотации на тонну угля, нам пришлось бы уволить более 65 тысяч человек. Нам также важно избежать громадных проблем в агропромышленной отрасли. Так, Евросоюз декларирует отмену пошлин на ввоз всех сельскохозяйственных товаров. Но на самом деле достаточно жестко квотирует экспорт абсолютно всех продуктов. На ключевой украинский товар пшеницу квота составляет всего 1 миллион тонн. На курятину 20 тысяч тонн. Без пошлины могут возиться семена подсолнечника и рапса, культур, которые истощают почву. Отмена экспортных пошлин на подсолнечник приведет к его вывозу из страны, что чревато потерей около 2 миллиардов долларов и может превратить страну в самого крупного в мире экспортера подсолнечного масла. От нас требуют, чтобы мы отказались от прямых субсидий фермерам, в то же время как прямые субсидии в рамках единой сельскохозяйственной политики. На это направляется более 132 миллиардов евро. А теперь я хочу спросить самих наших селян, готовы ли они сейчас начать работать по нормам Европейского Союза? Тем, что касается личного хозяйства, давайте вспомним, что сегодня в Украине около 9 миллионов индивидуальных хозяйств. При этом нужно помнить, что индивидуальные сельхозпроизводители производят более половины молока и около 40% мяса. Большинство этих хозяйств не сможет перейти на стандарты Европейского Союза. Попросту говоря, вести свое индивидуальное хозяйство придется прекратить. Например, нельзя будет выращивать скот и домашнюю птицу на продажу. Ведь согласно нормам Европейского Союза, забивать животных можно будет только на сертифицированных бойнях. Чтобы индивидуальные производители перешли на стандарты Европейского Союза, мало профинансировать покупку оборудования. Нужно еще создать систему по закупке и хранению продукции. Кроме того, необходимо будет создать общегосударственную систему контроля продукции. Что из этого следует? Только одно. Мы рискуем потерять все индивидуальное хозяйство на селе. Понятно, что мы не можем в настоящее время допустить, чтобы 9 миллионов семей лишились своих доходов. Теперь нам нужно устранить очевидные перекосы в тарифах и квотах на ряд видов агропродовольственной продукции. А теперь я хочу спросить, например, требования, которые предъявляет Евросоюз торговли. Готовы ли сегодня люди, торгующие на базарах и рынках, закрыть все торговые точки, перейти на расчетно-кассовые аппараты и вообще вести торговлю по директивам, соответствующим Европейским Союзам? Готовы ли эти люди уступить свой бизнес сетям, которые вытеснят их малый и средний бизнес, как это произошло в Чехии, Польше, Прибалтике? Или еще одна громадная проблема. Соглашение об ассоциации закрепляет принятые ранее Украиной обязательства в рамках Европейского энергетического сообщества и устанавливает четкий график их имплементации с момента подписания договора. Это значит, что до 2020 года мы обязаны вложить в энергосектор около 100 миллиардов евро. Еще один блок мер – реализация директивы относительно стимулирования использования возобновляемых источников энергии. Это потребует еще около 6 миллиардов евро. Огромный объем инвестиций надо будет направить в электроэнергетику, коммунальную энергетику, транспортный сектор. В ежегодном исчислении это 4 миллиарда. Микола Янович, я звертаюсь. Три регламенты. Чтобы выполнить названные задачи, потребуется большая и напряженная работа всех структур исполнительной власти. Если вам это не интересно, то непонятно, для кого я это говорю. Это же требования нашей экономики прежде всего, нашей жизни, нашей страны. Ключевая мысль, которую высказывают вот здесь присутствующие представители крупнейших наших предприятий аграрного сектора, промышленности, Украина должна добиться приемлемых для себя условий зоны свободной торговли с Евросоюзом. Восстановить торговую экономику. Проверять. Мустафа Шерифович.
Да, раз, раз. Я сейчас поставлю колонки, будете дать звук. А, Мустафа, ты є, так що ми готові, в принципі, тебе транслювати звук. Це завершиться спокою, чи розпочнеться війна з власним народом. Тому що сьогодні не є дійсно протистояння між політичними партіями. Сьогодні це не є боротьба за владу, боротьба за рейтинги між опозицією і владою. Сьогодні це є протистояння між громадою і владою. І влада повинна давати відповідну реакцію, як на нас. Застерігаємо вас проти застосування сили, проти мирних мешканців, проти тих людей, які застосовують мирні акції. І хочу вам сказати, тому що ви знаєте, як і всі зрештою знають, і вухує народ. Сьогодні народ вимагає перше, ті, хто прийшли, не законно прийшли, хоч і прийшли, спілою, з кістами, з побутами, проти мирних людей, ті, хто побили студентів, журналістів, стариків, жінок. Ті наліди в полонах наші, я не можу їх назвати, вони повинні бути покарані. Друге, мають бути відпущені усі політичні в'язні. Хоча сьогодні, я так бачу, що можна назвати політичними заручниками. Чи навіть Віркову, що одних відпускають, а інших затримують. Одних ніби все відпустили частину людей, а проти всіх хочуть відплати від кримінальні справи. Що ще опозиції, хоч закон закривається кримінальні справи, то тоді з нами, тоді де ж ваш на вирішити питання покої і миру. І тому остання вимога, яка все від Молдави, яка говорить про те, що після того ми можемо зібратися і обговорювати питання політичної перебування цієї політичної перебування, то є звісно, що звісно, народ спочатку вийшло і протестував проти того, що може працювати в комунистів з організації. А знаєте чому? А тому що півроку розказував, проводить євроінтеграцію. А тут не сталося. І всі сюди мусить. Вже євроінтеграції нема. Не туди говорили. А тисячі людей, багато тисяч людей пішли. Пішли під грубого застосування сил. Ну а потім вже можна сідати і говорити, бо має бути про перезавантаження влади, про нові вибори, вибори до закону. Планом центральної виборчої. Всі складом, а десь ради питання бачення, ради умов. Я хочу, щоб ви всі товариство розуміли, народ вийшов по хвилі справедливості. Народ вийшов тому, що мотивація його була власна захист власної сіності, а не якісь політичні інтереси. Люди не називають те, що зараз робить на вулиці, треба бути чесно. Це треба врахувати, це дуже важливий момент. Тоді, знаючи наслідки людей, я хочу сказати, люди виступають проти насильства. Але люди не вступляться, якщо з ними будуть говорити мову сили, мову паузи, а не вступатися до мов людей. І насильники не будуть покарані. Дякую. Я хочу звернутися до учасників нашого зібрання. Далі дуже багато людей. І для того, щоб ми слухали один одного, я нас не вбив. Я там слухаю. Я спочатку хочу закликати до того, щоб люди слухали, і принаймні не було всіх умов зайву. Слово «Личко» далі вийшло. Якщо хочеться вдобити, хочеться всім чистим вам ставати, то хочеться вести там України і чистим. Реально сегодня не так. Так что
допомоги демократичним правам. Колосальним катализатором виступила лінія перших демонстрантів, о котором уже много раз говорили, которые в руках держали далеко не партийные флаги, то приписал флага Украины и Российского Союза. 4 часа ночи. Мирный разгон демонстрации. Это вызвало колоссальную реакцию во всей стране. Нет ни одного человека в нашей стране, карающий, что завтра будете высказать свою позицию. Мы не будем закрывать, разбегать рот полицейской дубине. Еще больше сопротивление вызвало те действия, силовые действия со стороны властей, которые были приняты в отношении русских демонстрантов. Старая традиция вновь села прям, вновь глубокая ночь. И ничего хорошему с вами еще больше помню. Состояние данных действий не приходит. Я хочу обратиться к действующему главе государства, вынести персональную ответственность за все действия, все процессы, происходящие в нашей стране. Мы знаем сегодня о силовом ряде, который рассматривается, он будет защищать до своих последствий для страны. Дальше может иметь ужасно для вас. Люди простых первое. Освобождение политики. А другими словами, держали за участие демонстрация, за возможность высказать свою точку зрения, невозможно назвать, а не политические заключения. Ответственности ключи. Который принимал участие в его показе за разгон мирных демонстрантов. И отставка правительства, которое сегодня все берут домов в уборке и экономическую. Но мы понимаем, что на самом деле выходом из сегодняшнего глубокого политического и экономического кризиса может быть только лишь перед демонстрантами власти. Это знает, как все прийти, пока еще после массовых выступлений шахтеров было объявлено о досрочных выборах парламента и президента. В данном случае этот вариант был для оптимальным выхода из той ситуации, которая находится в сегодняшний день. Я еще раз хочу подчеркнуть, демонстрации, которые проходили, проходит, имеет мирный характер. И любое использование разгонных демонстрантов будет восприниматься негативно как внутри, так и в следующем приеме. Спасибо. Информация.
Давайте ми зробимо наступним чином. Левова частка всієї країни, яка є в країні економічною, пов'язана з тим, що ви персонально тримаєте замість того, щоб ви парламент написати за нього проєктал, я внес Петро на таку відповідальність і запитав. Шановні учасники, шановні учасники, ми переплатили 20 мільярдів доларів. Це при наших валютах різних 20 мільярдів. Тут смілость. У мене є своя смілость. Я буду рішити. А от ти маєш смілость. Важні на себе відповідальність. І було того, Арсеній Петрович, ну сейчас собі на я мушу ще раз звернутися до учасників за статусом і порядком. Кожен учасник виступає і висловлює свою позицію. Люди слухають, роблять висновки. Персональні на круглому столі не було. Це буває надати поки кабінету. Зараз розуміло ви сьогодні? Тоді, будь ласка, затримуємо це порядку круглого. Наче я буду просити мікрофон. Мене пішов виходу вниз. Я прошу, вступаємо в план. Де запитань і відповідь відповіли позиції сторони, інформацію дали сторони. Тепер, будь ласка, запитання. Прошу, знімайте руки, що я прізвись. Не знаю завтра. Прошу всіх. Мороз, Олександр. Thank you.
тільки на Майдані ніби ігри війнуть.
переконаний, що це нічого не має. Тому треба зробити долі. І круглого столу я пропоную формувати. І відповідальність за олігарха фінансово промисловому групуванню. Дати можливість нам активність в організацію програми, яку ми повинні в неї повірили. Тож наступна пропозиція. Це спільнули у нашій громаді по другу столу. Я пропоную надати представникам Майдану і громадським організаціям, представникам громадянського створити народний контроль. Це такого контролювати реалізацію. Ми створити для того, що це була спільна за скрити Україну. Наступна пропозиція. Я пропоную прийняти про проведення політики у нас в державі. Установили цим парламентом обрання народних депутатів по партії і проведення дострокових виборів Верховної Ради. Ще пропозиція. Ми, не підставивши організації роботи нашого округу, коли ми запропонуємо бути вже установлено яку політику нами буде відпрацьована, передання до народу України, відкладати там узгоджу пропозицію, учасників круглого столу, до конкретних пропозицій, щоб також були учасником програми. Я переконаю, що саме такі кроки вони дають можливість сьогодні. Тож не то те, що була поки раз не буде, це на печаті не було встановлено. Організація, яка називається «Перше грудня», ректору Інституту філософії. Я представляю зараз організацію названо церкву, заклічі створено в Таїч. Владик, аби організацію сільську і право організації не політичні. Ми прагнемо не займатися політиком, а займатися моральністю. Це нам уявляє важливіше, ніж цього дня. Зараз хотів би дати слово, що ми защита у нас примерно в 2 с лишним раза меньше, чем в России. Буквально сегодня Госкомстат опубликовал данные о товарообороте за 10 месяцев 2013 года. Товарооборот с Российской Федерацией упал на 16%. СНГ в целом падение на 17%. Падение торгового оборота с Индией 13%, Южной Кореей 49%, Индонезии 16%, Испании 19%. В целом товарооборот за 10 месяцев 2013 года снизился почти на 10%. Во-вторых, неравноправный договор о поставках российского газа привел к огромным потерям валютных резервов государства. За 3 года ушло более 20 миллиардов переплат. Помимо прямых платежей, 20 миллиардов долларов переплат. И этот договор продолжает каждый месяц обескровливать валютные резервы страны. Собственно, вот эти 2 предательских удара в спину Украины. Невыгодные условия торговли в рамках СОД и кабальный газовый договор в целом сформировали сегодняшнюю ситуацию. В-третьих, в 2013 году нам пришлось выплатить колоссальные внешние долги, в том числе по кредиту МВФ, которые были взяты в 2008-2009 годах, более 5 миллиардов долларов. В-четвертых, отрицательное сальдо в торговле с Европейским Союзом увеличилось до 10 миллиардов долларов. В-пятых,
Меры по ограничению экспорта украинских товаров в Россию привели к отрицательному сальду взаимной торговли около 7 миллиардов. Причем какие отрасли пострадали? Те, которые практически не находят сбыта на других рынках. И здесь присутствуют руководители крупнейших наших предприятий Украины. За 9 месяцев 2013 года потери экспортных поставок в Россию, продукции машиностроения, потребление российского газа. В нынешнем году Украина потребит на 40% меньше российского газа, чем в 2010 году. Примерно 26 миллиардов кубометров против 37. Огромная работа проведена по увеличению собственной добычи газа. Заключены соглашения на разведку добычи сланцевого газа, газа на шельфе Черного моря, реабилитации старых месторождений с такими мировыми лидерами отрасли, как компании Shell, Chevron, ExxonMobil, Eni. Еще в начале лета, оценив ситуацию, мы обратились к партнерам в Евросоюзе с просьбой рассмотреть меры, которые помогли бы экономике Украины преодолеть острейший кризис. Например, разместить заказы на наших предприятиях, принять участие в совместных инвестиционных проектах. Мы все время были в переговорном процессе. Мы также убеждали российских партнеров, что зона свободной торговли с Европейским Союзом не несет угрозы для них. Доказывали это расчетами. Мы были с ними в постоянном переговорном процессе. Одновременно мы убеждали Международный валютный фонд, что условия кредита для Украины не должны быть стереотипными. У нас есть преимущество внутреннего рынка, которое раскроется при достаточной финансовой поддержке. Также мы рассчитывали на обещание Европейского Союза повлиять на МВФ. Мы все это время были в постоянных переговорах с МВФ. И что же мы получили? Льготные торговые режимы с таможенным союзом для нас могли бы отмениться. Евросоюз, подчеркиваю, никакого внятного ответа на наши предложения не дал. Обещание повлиять на МВФ осталось невыполненным. А за неделю до саммита в Вильнюсе Международный валютный фонд выдвинул Украине еще более жесткие условия. Итак, к моменту проведения Вильнюсского саммита Украина должна была сделать выбор. Подписать соглашение и столкнуться, я абсолютно ответственно заявляю, с неизбежным крахом экономики. Или отложить подписание и добиться от всех сторон, увлеченных в ситуацию, учета интересов Украины. Здесь находятся все президенты Украины. И я хочу задать предельно откровенный вопрос. Имея 19 миллиардов долларов валютных резервов, могли ли мы идти на заведомый дефолт государства, имея 10 миллиардов отрицательного сальда в торговле с Евросоюзом, 15 миллиардов долларов в торговле со странами таможенного союза, 5,5 миллиардов долларов выплат в 2014 году по внешним долгам, около 10 миллиардов долларов платежей за газ по существующим сегодня ценам, итого более 40 миллиардов долларов против примерно 19 миллиардов долларов валютных резервов. Скажите, какой политик, несущий ответственность за судьбу страны, принял бы решение игнорировать эти объективные факты и, невзирая ни на что, подписать соглашение? Да, мы просто не успели откровенно и убедительно рассказать о сложившейся ситуации нашим людям. Да, мы очень мало говорили о рисках, видя перед собой прежде всего стратегическую перспективу. Поэтому мы надеялись минимизировать риски. Этого не удалось сделать до саммита в Вильнюсе. Но я глубоко убежден, что настойчиво и последовательно работе и стабильности в обществе мы сможем это сделать за время, которое взяли для исправления ситуации. Итак, какие же мы риски обязаны минимизировать и как это сделать? Первое. Мы договариваемся с Российской Федерацией о восстановлении торгово-экономических отношений в полном объеме. На это нацелен целый комплекс мер, определенный документами, которые будут подписаны в ходе заседания Украины Российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве. Снимаем 15 миллиардов отрицательного сальда платежного баланса по торговле. Среди важнейших документов. Первое. Дорожная карта по регулированию торговых ограничений в двухсторонней торговле между Российской Федерацией и Украиной на 2013-2015 годы. Полностью документ отработан. Соглашение между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о реализации мер государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейств Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями заработает наша авиационная отрасль.
Третье. Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о сотрудничестве по созданию космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса. Четвертое. Меморандум о намерении по активизации сотрудничества в сфере судостроения между Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством промышленной политики Украины. Соглашение пятое между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины в области ядерной и радиационной безопасности. Тоже открывает путь к развитию нашей ядерной отрасли. Шестое. Меморандум между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о совместных действиях по организации строительства транспортного перехода через Керченский пролив. Седьмое. Протокол между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поставках товаров по производственных операциях в 2014 году. Это полностью снимет все спорные вопросы. Второе. Мы хотим возобновить кредитование Международного валютного фонда на приемлемых для Украины условиях. Мы доказываем, что для нас неприемлемо резкое повышение почти в два раза тарифов на жилищно-коммунальные услуги, сокращение социальных расходов бюджета, замораживание заработных плат, пенсий, социальных пособий, ликвидация бюджетной поддержки села. Все вместе это приведет лишь к снижению покупательной способности людей, то есть сокращению того ресурса, который держит на плаву нашу промышленность и сельское хозяйство. Посмотрите, ведь Греция по рецепту МВФ получила за последние годы более 400 миллиардов долларов помощи. Так и не выправила на сегодняшний день ситуацию. Третье. Микола Янович, Микола Янович, як ведучий столу я маю обов'язок нагадати, що регламент... Я завершаю. Будь ласка. Завершаю. Третье. Мы хотим договориться с Европейским Союзом о таких условиях переходного периода, которые позволили бы Украине выровнять сальдо торгового баланса, стимулировать экономический рост. Чтобы сравняться в конкурентоспособности с рынком Европейского Союза, должна быть проведена громадная работа по модернизации промышленности. По отраслям производственного сектора износ машин и оборудования в Украине достиг более 60%. Непосредственно в промышленности достигает показатель 65%. Наибольшая степень износа машин и оборудования в Украине в цветной металлургии 75%. Машиностроение 71%. Степень же износа основных производственных фондов ЕС не превышает 25%. А ведь мы собираемся с ними конкурировать. Мы не можем, как того требует Евросоюз, резко отказаться от бюджетной поддержки угольной промышленности, аграрного сектора. Речь идет в первую очередь о государственных угледобывающих предприятиях, на которых занято более 150 тысяч человек. Понятно, что в случае требования Европейского Союза радикально снижать размер дотации на тонну угля, нам пришлось бы уволить более 65 тысяч человек. Нам также важно избежать громадных проблем в агропромышленной отрасли. Так, Евросоюз декларирует отмену пошлин на ввоз всех сельскохозяйственных товаров. Но на самом деле достаточно жестко квотирует экспорт абсолютно всех продуктов. На ключевой украинский товар пшеницу квота составляет всего 1 миллион тонн. На курятину 20 тысяч тонн. Без пошлины могут возиться семена подсолнечника и рапса, культур, которые истощают почву. Отмена экспортных пошлин на подсолнечник приведет к его вывозу из страны, что чревато потерей около 2 миллиардов долларов и может превратить страну в самого крупного в мире экспортера подсолнечного масла. От нас требуют, чтобы мы отказались от прямых субсидий фермерам, в то же время как прямые субсидии в рамках единой сельскохозяйственной политики. На это направляется более 132 миллиардов евро. А теперь я хочу спросить самих наших селян, готовы ли они сейчас начать работать по нормам Европейского Союза? Тем, что касается личного хозяйства, давайте вспомним, что сегодня в Украине около 9 миллионов индивидуальных хозяйств. При этом нужно помнить, что индивидуальные сельхозпроизводители производят более половины молока и около 40% мяса. Большинство этих хозяйств не сможет перейти на стандарты Европейского Союза. Попросту говоря, вести свое индивидуальное хозяйство придется прекратить. Например, нельзя будет выращивать скот и домашнюю птицу на продажу. Ведь согласно нормам Европейского Союза, забивать животных можно будет только на сертифицированных бойнях. Чтобы индивидуальные производители перешли на стандарты Европейского Союза, мало профинансировать покупку оборудования. Нужно еще создать систему по закупке и хранению продукции.
Кроме того, необходимо будет создать общегосударственную систему контроля продукции. Что из этого следует? Только одно. Мы рискуем потерять все индивидуальное хозяйство на селе. Понятно, что мы не можем в настоящее время допустить, чтобы 9 миллионов семей лишились своих доходов. Теперь нам нужно устранить очевидный перекос в тарифах и квотах на ряд видов агропродовольственной продукции. А теперь я хочу спросить, например, требования, которые предъявляет Евросоюз торговли. Готовы ли сегодня люди, торгующие на базарах и рынках, закрыть все торговые точки, перейти на расчетно-кассовые аппараты и вообще вести торговлю по директивам, соответствующим Европейским Союзам? Готовы ли эти люди уступить свой бизнес сетям, которые вытеснят их малый и средний бизнес, как это произошло в Чехии, Польше, Прибалтике? Или еще одна громадная проблема. Соглашение об ассоциации закрепляет принятые ранее Украиной обязательства в рамках Европейского энергетического сообщества и устанавливает четкий график их имплементации с момента подписания договора. Это значит, что до 2020 года мы обязаны вложить в энергосектор около 100 миллиардов евро. Еще один блок мер – реализация директивы относительно стимулирования использования возобновляемых источников энергии. Это потребует еще около 6 миллиардов евро. Огромный объем инвестиций надо будет направить в электроэнергетику, коммунальную энергетику, транспортный сектор. В ежегодном исчислении это 4 миллиарда. Микола Янович, я звертаюсь. Три регламенты. Чтобы выполнить названные задачи, потребуется большая и напряженная работа всех структур исполнительной власти. Если вам это не интересно, то непонятно, для кого я это говорю. Это же требования нашей экономики прежде всего, нашей жизни, нашей страны. Ключевая мысль, которую высказывают вот здесь присутствующие представители крупнейших наших предприятий аграрного сектора, промышленности, Украина должна добиться приемлемых для себя условий зоны свободной торговли с Евросоюзом, восстановить торгово-экономические... Okay.
У нас є хтось реальний
не можу нічого сказати, тому що разом з вами зміни відповідно. Так коли я навіть ви хотів не задати, це всім'язкий вопрос, хочу зробити всі речі. А що політичний вас? Це лише на заключення прийняття договору, за котрому ми говоримо. Уменьшили зарплаты из 20 миллиардов. Я политически из-за крайне невыгодные условия на работу. Вот у вас, скажите, пожалуйста. Вы должны. Николай Зянович, готовы с вами проводить правильный стол. Подсвойте мне вам эту случай. Але дозвольте мені пам'ятати наступним шляхом. Левова частка цієї країни, яка є Україною, економічною, пов'язана з тим, що ви персонально тримаєте ліст. Замість того, щоб ліст парламент написати заяву про відставку, я винес Петро на таку відповідальність і відставку. Шановні Ми переплатили 20 мільярдів євро. Це при наших валютах різниця 20 мільярдів. Будь смілий. У мене є своя смілість. Я тому рішився. А от ти мій смілий. Важні на себе цю відповідальність. І було того, Арсеній Петрович, ми зараз обов'язково працювати з цим. І було того, що з фондом золотого. Мені у вас і нагрузка. Я мушу ще раз звернутися до учасників за статусом і порядком. Кожен учасник відсутній і висловлює свою позицію. Люди слухають, роблять висновки. Персональні судді на круглому столі не було. Це було я надати ради і кабінету. Я зрозумів, але що ви, будь ласка, затримуємо це порядку кругового. Іначе я буду просити мікрофон. Мене пішов виходу вниз. Я прошу, вступаємо в план, де запитань і відповіді позиції сторони, інформацію дали сторони. Тепер, будь ласка, запитання. Прошу, знімайте руки, що я прийдусь. Не знаю зараз. Прошу всіх. Мороз, Олександр. Тому що,
Нічого не присутні. Я... Тільки на Майдані ніби ігри згинуть. Скажіться, будь ласка, за вікно. За вікном розколена нація і майже розколена держава. Відчитай зимою сьогодні. Нема в світі жодної нації, яка не бувала при цій кризі. Багатьох націй, багатьох народів. Oh,
що ми цим всі сказали. Решта абсолютно змущали. На Майдані з іншої сторони, чи це боротьба за країни? З іншої сторони, це боротьба з Галбаном. От власне ми всім вам приїдемо. Ми зараз формуємо пан Майдані. Бажаю якраз
вимог народу працювати програму заходів для того, щоб ми головне питання покращення життя а не тих, хто у вас це твердим. Формувати пропозицію по складу уряду. Я переконаний, що тут речі повномання. Тому треба зробити долі. Круглого столу я пропоную те формування. І відповідно пов'язані з олігархом фінансово-промисловому групуванню. Дати можливість нам активність в організацію програми, яку ми повинні, щоб ми в неї повірили. Наступна пропозиція. Це відновлення у нашій громаді по другому столу. Я пропоную додати представникам Майдану і громадським організаціям, представникам громадянського суспільства, створити народний контроль, легко контролювати реалізацію пропозиції для того, що це була спільна відповідальність за скриття України. Наступна пропозиція. Я пропоную прийняти про проведення політики у нас державі. Установлюється парламент обрання народних депутатів по партії проведення дострокових виборів Верховної Ради. Ще пропозиція. Ми не підставивши організації роботи нашого голову, які не зробимо, коли ми запропонуємо буде вже установ. В якому політиці нами буде від фракціона, червня з народу України, чи кладеться у точку пропозицію учасників прогнозного до конкретних пропозицій, щоб також були учасникам виконаних програми. Я переконую, що саме такі кроки вони дають можливість сьогодні. Тобто не то те, що була полтора не буде, тому що тільки було знайомі по інтересі. Організація, яка називається «Перше груня», ректору Інституту філософії. Я представляю зараз організацію на закінчі створено в Таївці. Чоловік, аби організацію сільську і право організації не політичну. Ми прагнемо не займатися своїм, а займатися моральним. І це нам уявляє важливість, ніж там цьогодні. Зараз хотів би дати слово, що ми працівниками міліції владних повноважень під час масових заходів розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення. Крім того, за фактом перешкодження законної професійної діяльності журналістів під час цих подій теж відкрито кримінальне провадження. І законність дій працівників правоохоронних органів буде перевірено в ході розслідування зазначених кримінальних проваджень та за наявності підстав вжито заходів прокурорського реагування, які до судового розслідування контролюється особисто генеральним прокурором України. Тому Генеральна прокуратура розглядає уважно це питання. Ті договори
порядне питання, вони дуже важливі, які вони піднімалися на мітингах. Я думаю, що тут ми повинні повернутися в Верховну Раду, тому що Верховна Рада на сьогоднішній день заблокована. У нас остання пленарна неділя, останній пленарний тиждень остається. Я вважаю, що Верховна Рада – це центр політичної відкритої дискусії в країні. І нам треба повернутися до роботи Верховної Ради. Вівторок я звертаюся до керівників фракції, тут 5 фракцій присутні. Давайте подивимося, скільки нам треба часу, годину, дві, три години, щоб виступали не тільки ви, як керівники фракції, а щоб виступили всі бажаючі депутати, представники. Давайте розглянемо і це питання. Я хочу звернути вашу увагу тим, хто сьогодні керує мітингом, знаєте, до лозунгів і закликів, які лунають сьогодні на Майдані. Що це за заклики на Майдані? Давай, в ряді регіонів. Давайте перестати сплачувати податки. Давайте покидати робочі місця. Чим ми будемо платити стипендії? Чим ми будемо платити пенсії? Чим ми будемо платити заробітну плату? Ну, такі заклики, це вже не політичні, це збурює дезорганізація суспільства. Я прошу таких політиків, які там є на Майдані, ви з ними розмовляєте, ну, цього робити не потрібно. Тому я не хочу повторюватись, а хочу сказати, у нас є можливість сьогодні опозиції, більшості в парламенті розглядати питання, але на початку, мабуть, потрібно вислухати один одного там у нас в парламенті, у різні думки в парламенті. Але я кажу, що то, що 10 років не розглядались цілий ряд законів, які сьогодні адаптовані європейським стандартам. Вся Верховна Рада розглянула ці питання. І закони євроінтеграції розглянули. І сьогодні, що стосується євроінтеграції, у нас є дві комісії сьогодні в державі. Одна комісія працює в Брюсселі, друга комісія в Москві. В Брюсселі нам треба все розглянути, що стосується підписання угоди. Як треба якісь зміни внести, треба зміни, щоб захистити свого товаровиробника. Що стосується в Москві, нам треба підписати галузеві договори, щоб наші підприємства могли на взаємовигідних умовах працювати, щоб зберегти робочі місця. І це другий напрям. Економічні стосунки з Росією. Сьогодні ніякі питання в Москві наші фахівці не розглядають по підписанню якісь угоди, такі інші. Між галузеві угоди. Це нам треба, тут керівники підприємств, я бачу, знаходяться, і вони за те, щоб ми робили цю роботу. Так, я дякую за увагу. Володимир Васильович, а що то за робота Попова, голови міської адміністрації, який зараз залякує бюджетників, що якщо не вийдуть на мітинг в суботу провладні, то будуть звільнені з роботи. Охорона здоров'я, освіта, культура. Це таке ми не повинні підтримувати і не треба залякувати людей. Перш ніж надати слово Антонію, я хочу звернутися до учасників нашого круглого столу. Вносяться дуже багато пропозицій, слушних, цікавих. І я тут справа, що ми маємо зробити якийсь підсумковий документ. Звичайно, сьогодні ми його тут не зробимо. Але я, Антоничко, Петро Васильович, якщо ви дасте нам документ, я його зачитаю. Що? Слухайте уважно. Значить, я хочу звернутися до всіх учасників, щоб виділили від своїх організацій, які вони представляють, чи опозиція,
ну всі коротше кажучи. І ми підготували, ну так умовно назвати, меморандум порозуміння, резолюцію порозуміння. Як буде? І на наступному засіданні круглого столу ми вже її розглянемо детально, проголосуємо, і щоб вона була дуже серйозним, виваженим документом. Тобто швидко ми робити не можемо, вже 22 роки робимо швидко, і виявляється не дуже часто вдало. Тому я прошу Антоня потім виступити, оскільки тут вже згадувались і конкретні представники від промисловості, сільського господарства, подав записку Приходько Володимир Іванович, чи Крюківський, вагонобудівний завод, чи виступить після Антонія, і тоді Віктор Шевкович відповість на запитання, потім ми порадимося, як воно продовжувати далі. Чи зробимо перерву і будемо продовжувати, чи будемо продовжувати без перерви. Як ви? Будь ласка. Вельмишановний Вікторе Федоровичу, шановні пані президенти, шановні учасники круглого столу. Рабочие места сегодня. Мы понимаем, что такое радиационный продукт и какую славу приносит Украине. Но как мы сегодня можем эти два ключевых понятия разменять на движение в сторону Евросоюза пиком? Как мы можем считать, что политически мы можем этот вопрос оторвать от вопроса экономического? Ну, честно говоря, мне такой механизм неизвестен. Возможно, потому что я не так глубоко знаю экономику и достаточно далек был от политики. Мое предложение в любом случае сейчас разобраться в той части, которая касается возможных экономических потерь и нашего маневра в этой ситуации с точки зрения сохранения, скажем так, обоюдного желания движения Украины в Европу, в Европейский Союз, при этом помня, что все равно братские корни у нас были, если останутся в нашем бывшем Советском Союзе, в нашем нынешнем Европейском, в нашем нынешнем СНГ Союзе и тех, собственно, правах, которые несет общий рынок. Мне кажется, что здесь нужно обязательно глубоко вникнуть в эту сторону вопроса. Если мы этот вопрос оставим за скобками, будем решать только политическую сторону, входить в Европейский Союз, мы обязательно потеряем и потеряем значительно права в Украине. Спасибо. Дякую. Слово вам президенту України Віктору Януковичу.
Леонид Макарович. Перш за все, я хотів би подякувати всім за відверту розмову, за цим столом, за тими пропозиціями, я сказав би, мудрими, які... І незважаючи на те, хто їх каже, як кажуть, від політичної окраски, незалежно від цього. Я також вдячний лідерам опозиції, які прийшли сьогодні за цей круглий стіл, тому що це вкрай важливо нам сісти разом, поговорити про наше спільне майбутнє. І безумовно, ми не можемо говорити про майбутнє, коли ми не розуміємо, яка доля чекає наших людей. Відверто скажу, що мене більше всього хвилює на сьогоднішній день. Мене більше всього сьогодні хвилює, як ми завершимо рік. З економічної і соціальної точки зору. Я знаю, в якому напруженні живуть зараз бідні люди, малозахищені, і особливо пенсіонери. Як вони хвилюються? Вони не ходять на майдани, вони сидять і чекають, як ми вирішимо їх долю. Та економічна ситуація, яка зараз склалася в Україні, вона вимагає термінових дій. Не балачок, термінових дій. Майбутній бюджет 2014 року, він вимагає визначеності вирішення питань. Без рішення економічних проблем, без вирішення економічних проблем, вирішити майбутню долю неможливо. Я вам скажу, 14-й рік у разі підписання в такому вигляді угоди, як вона зараз викладена, це різке нарощення імпорту і скорочення експорту. Скорочення експорту в країни СНД. Я неодноразово наголошував на тому, що успішне вирішення європейської інтеграції без вирішення питань відновлення нормальних стосунків, баланса нормальних стосунків з Росією і країнами СНД неможливо. Той товарообіг, який ми вже втратили і який ми можемо втратити найближчим часом, це призведе до значного падіння економіки, якщо ми цього допустимо. Зменшення експорту і збільшення імпорту – це втрата золотовалютних резервів України. Це втрата платіжного балансу нашої держави. Тому ми не випадково підняли це питання і вчора під час розмови в Європейському Союзі, в Брюсселі, була намічена робота, яка призведе до підготовки найближчими днями дорожньої карти, яку нам треба буде відпрацьовувати в цьому напрямку. Ми добре розуміємо, що в такому вигляді, як підготовлена угода, без вирішення вузьких питань, ми їх називаємо мінуси, і мінімізації негативних наслідків
її підписувати неможливо. Тому я звертаюся до присутніх тут народних депутатів, Володимир Михайлович, до вас, до лідерів опозиції. Давайте ми разом, прозоро, в залі Верховної Ради розглянемо це питання. Візьмемо дві групи. 27 економіки. Візьмемо сільське господарство, яке страждає більш за все, і воно більш за все вразливе. І візьмемо машинобудування. Різні напрямки. От тут присутні сільхозмашинобудування, транспортне машинобудування, побутове машинобудування, автомобільне машинобудування, енергетичне машинобудування і так далі. Давайте ми запросимо товаровиробників, зберемось, політики, уряд, проведемо стільки часу, скільки потрібно. І зробимо з вами висновки, послухаємо товаровиробників, які представляють інтереси. Якщо говорити про сільське населення, це 15 мільйонів. Якщо говорити про промисловість, я не знаю, тільки працюючих, без сімей, буде під мільйон. І не будемо говорити про інші галузі. Ну давайте тільки дві. Послухаємо, я практично вношу таке рішення. До цього часу чудова пропозиція об'явити мораторій про будь-які силові дії. Об'явити мораторій. Ми приймаємо таке рішення, ніяких проблем не буде. Будь-які там сьогодні розмови про те, що готуються силові дії, я вам скажу, я також начитався інтернету різного. Заклики про озброєння, когось треба вбити, когось повісити і так далі. Я не буду про це говорити. Все це емоції, все це провокації, все це розхитування ситуації. І хто в цьому зацікавлений, прийде час, ми з вами зрозуміємо. Давайте будемо мудрішими. Спокійно давайте розберемось на нашій рідній землі. Нас достатньо є досвіду подолання будь-яких криз. Це чергова. Вона випала на нашу долю. Давайте подумаємо, і коли ми побачимо, що нам принесе успіх, як лунали тут пропозиції, повна перезагрузка влади, хто цього боїться і хто цього не боїться. Це ще президента. Треба думати про бюджет 2014 року і все, що ми зможемо зробити в цьому році. Пропозиції такий уряд надасть. І це буде відповідь на сьогоднішній день. Коротко. Якщо ви мене підтримаєте, я звертаюсь до наших громадян, які стоять на всіх майданах, заспокоїтись і припинити протистояння. Протистояння ніколи не приводило ні до чого хорошого. Я прошу заспокоїтись і дати можливість сьогодні політикам, владі, опозиції разом вийти з цієї ситуації. Ми будемо, Україна буде йти своїм шляхом розвитку. Головне, що для нас. Головне, щоб ми навчились поважати один одного, тоді будуть і поважати нас в світі. Я переконаний, що сильна економіка, сильна держава дасть нам можливість далі рухатись по шляху її розвитку. Європейська інтеграція не альтернативна. Європейським
принципам, європейським стандартам немає альтернативи. Тому молодь, я з нею сьогодні зустрічався, і студенти, вони бачать своє майбутнє дійсно в новій країні. Але ми зможемо це зробити тільки тоді, коли ми поступово, крок за кроком, будемо працювати так, як це робили наші батьки, а не битися. Коли будемо битися, це ми тільки будемо цю мрію, про яку ми кажемо, ми будемо її віддаляти, а можливо ми її і не побачимо, якщо це так буде. І закінчуючи, ще раз хочу сказати, нам ні в якому разі не можна ні в нашій країні, ні за її межами будувати політику на протистояння чи на протипоставлення. Є точка зору кожної людини, її треба поважати, яка б вона не була. Є позиція, треба поважати. Нам треба шукати, як об'єднувати людей всередині країни, не роз'єднувати. А що стосується зовнішньої політики, тут ми повинні бути єдиними. І у нас не повинно бути ні зовнішніх, як кажуть, вічних ворогів чи вічних друзів. У нас повинні бути вічні інтереси. І це істина. Дякую за увагу. Дякую, Віктор Федорович. Я хочу тепер порадитися, як ми будемо працювати. Значить, ви знаєте, у нас за регламентом, який ми затвердили, ми працюємо 2 години. Круглий стіл працює 2 години. Ну, ми вже зараз працюємо багато більше, тому що у нас сьогодні особливий круглий стіл, дуже багато пішло, цікавлених людей. Ми продовжуємо. Що сказати? Валерій Павлович, що ви скажете за результатами кровосуду? Я щось скажу, коли я побачу Беркут в казармах, який буде відправлений. А так то все бла-бла-бла. Ви будете продовжувати його? Тобто, ну, на іншому? Майдан чи ми будемо продовжувати? Ні, Майдан буде продовжувати. Якщо буде така воля Майдану, то ми це зробимо. Сьогодні Майдан нас зобов'язав сюди прийти, хоча чесно я вам скажу, я не хотів сюди йти. Але для того, щоб все-таки була наша спільна позиція, ми її виробили. Пользують, прикрившись нами, як я вже говорив. Можна вам просто, где вы учитесь? Да, я учусь в Институте международных отношений. А скажите, многие люди, которые на Майдане, говорят, что вы не имеете никакого отношения к тем, кто там собирался, вы не организовывали это, и они вас не делегировали. Структура Евромайдана сама по себе очень тяжелая, потому что сейчас там происходит полуанархия. Ну вот, я знаю, что сейчас уже собирались, уже начинает налаживаться, но когда начинался Евромайдан, происходила полная анархия. Были координаторы, были представители от разных общественных организаций, которых туча. У нас общественная организация объединения студенческой молодежи. У нас идет парламентская организация. Когда она была создана? 24 декабря. Какого года? 2013. Или ноября? Декабря. Подождите, сейчас декабрь еще нет. Ноября, я извиняюсь. Просто 24 ноября был создан. Листопада. То есть это через 3 дня после того, как начался студенческий молодежь? Да. А те студенты, которые пришли раньше вас, почему их не было на представлении, кто вас пригласил на этот стол? Наша организация, узная о проведении круглого стола, написала запрос, и нас пригласили. Кто? Леонид Макарович. А кому вы писали запрос? Писали запрос на Леонида Макаровича. То есть, как кого? Когда вы написали запрос? Когда узнали о проведении первого круглого стола, мы написали запрос, нас пригласили уже на него. В основном из Шевченко, также КНЕУ и НТУ. А еще скажите, сколько у вас членов организации? Членов организации официально у нас 83 человека. Но неофициально это люди, которые воздержались от
подачи себя в какую-либо организацию, их намного больше, нечитанное число, потому что каждый человек приводит своих друзей, своих знакомых, и так именно происходит это общественное движение, общественная волна во благо евроинтеграции. А еще раз представьтесь, потому что нас многие знают. Левин Дмитрий. Дмитрий Левин. А телефон вас можно? Я потом вас заберу, чтобы не говорить в эфире. Да, да. Дмитрий, а скажите, пожалуйста, а вы вообще вы сами были на Майдане? Конечно, сколько был. Дней вы были на Майдане? Я был на Майдане 30-го, до 30-го числа я там присутствовал каждый день. То есть с 24-го по 30-го? Да, я там присутствовал каждый день в течение 6 дней. После того, как произошел кровавый погром на Майдане, наши люди сначала все вышли туда. Да. Все люди... Я отвлекся. Да, все наши люди вышли, но после того, как... То есть сейчас ваших там нет людей? Наших людей там почти нет, потому что люди... А как вы можете говорить от имени Майдана, если ваших студентов там сейчас нет? Потом я представляю интересы студентов, которые начали этот Майдан, идейных Майданов. То есть, которые сейчас отказались от участия? Отказались от участия из-за того, что Майдан сейчас является просто политической ареной игр, и нами студентами управляют. А те студенты, которые там есть, вы же их не представляете, правильно я понимаю? На Майдане есть огромное количество разных студентов, разных организаций, и каждый из них Скажите, пожалуйста, вот вы сидели за столом, и мне кажется, у меня было ощущение, что вы иногда, вам недовольны были, иногда вам не нравилось то, что происходило. Вы можете сказать, вот вам, вы сам считаете, что этот формат, который сегодня был придуман, он действительно может принести к решению ситуации? А я прекрасно понимаю, что другого формата нельзя придумать вот здесь. Нельзя. Какой другой формат? Другой формат может быть только более узкий состав. Одна сторона могла сказать другой все, что она думает, а вторая ответит на все вопросы, которые эта сторона услышит. Вот этот формат. Потому что на таком сборище вопрос. А зачем тогда это нужно было? Просто встретиться? Ну, показать обществу, показать миру, что диалог возможен, что мирное разрешение проблем, которые появились в Украине, возможно. Но вот вы после прошлого круглого стола, я знаю, что были разочарованы тем, что ночью произошло. Ну, конечно. А кто бы не был разочарован? А какая гарантия, что не случится опять? Если бы не было вот этой ночи, вот той второй, то обязательно позавчера мы провели бы круглый стол с участием всей оппозиции. И согласие же было всех. И причем не было, были менее, так сказать, жестокие требования к власти, чем они уже... звучат сегодня. Вот. То есть, потому что все прекрасно понимают, что когда-то надо разрешать эту проблему. Что бы вы сделали, если вы были на месте Виктора Януковича? Ребята, давайте жить дружно. Ну да, но вы бы уволили Захарченко? А? Слушай, ты не загоняй меня в глухую. Нет, подождите, последний вопрос. Скажите, как производственник, вы можете сказать про таможенный союз и про Европейский союз? Те цифры, которые возникли за 2 недели до конца переговоров, по 160 миллиардов, это реалистичные цифры или это повод? Вы же прекрасно понимаете, что цифры такие большие называют по сравнению с европейскими странами. Те получали под конкретные программы, будучи членами Европейского Союза. А если ты читал мое маленькое интервью газеты «Сегодня», то я там сказал, нельзя ходить по всему миру и всех просить денег. Надо научиться зарабатывать сами. А как вы думаете, почему Янукович поменял курс так резко? Это давление Путина? Это страх? Это все вместе. В том числе страх за экономику. Страна же, по большому счету, банкрот, хотя премьер-министр сказал, что дефолт нам не угрожает. 3,5% мы планировали рост, так, на этот год? ВВП. Что мы получили? -0.5%, то есть 5%. Представляешь, какая это сумма, где ее? А где они ее возьмут? Пустой? О. Так ты же видишь, мы по всему миру ходим, размещаем облигации под большими весом. Вот ваше ощущение. Поедем в Россию просить деньги. Хорошо, они дадут деньги, на Майдан выйдет еще больше людей, если будет подписано соглашение. Что дальше? Нет, я абсолютно убежден, что никакого соглашения там уже не было. Прерываем. Я потом говорю. Принято. Добрый день. Привет. Леонид Макарович, вы к вам как организатор стола. Вы довольны?
Сейчас я напишу. Вы знаете, я доволен только тогда, когда сажусь дома с семьей, начинаю ужинать. Угу. Я доволен. А если говорить о политике, то я недоволен, а я сужу о результатах. Результаты есть? Первый раз за последние годы сели за стол оппозиции, вас, общественной организации, и начали общаться. Первый раз президент при оппозиции сказал, что он будет инициировать амнистию, меморандум о неприменении силы, что он имеет, он знает уже, он назвал, три человека, которые были причастны к избиению, они будут наказаны. И призвал к тому, то есть я понял, что власть начинает прислушиваться. Но сегодня сказать, что уже есть результат и все пошло, я не могу. Но если мы не сядем говорить, договариваться, ничего не будет. А вот после прошлого круглого стола случилась ночь, когда разгоняли. Тоже были очень много. Очень много красивых слов, конструктивных. Будет ли это повтор? Это признак каждый раз? После каждого круглого стола будем разгонять Майдан? Это вчера не было. После круглого стола сразу... На всякий случай. Да. Значит, я думаю, что это чисто случайность. Чистая случайность. Чистая случайность? 10 тысяч беркута на улице? Нет, ну чтобы совпало. Что совпало с круглым? То есть это было спланировано? Что спланировано? Разгон Майдана. А я не знаю. Ты хочешь меня спрашивать, не провоцируй. Нет, я хочу спросить, есть ли у вас гарантия, что это не повторится? Ну, гарантию может дать только Бог. Я считаю, что больше не повторится, потому что если есть люди, которые не поняли, что это больше делать нельзя, значит, они случайно пришли к власти. Они ничего не понимают, ни народа, ни истории, ни опыта, ничего. И они поплатятся очень жестоко. Поэтому, в конце концов, все учатся. И научатся и те, которые не хотят слушать. Последний к вам вопрос. Да. Вот студенты, которые были на круглом столе, это студенты, которые не имеют никакого отношения к тем, кто стоит на Майдане. Как они оказались на круглом столе? Их предложили студенческие организации. Они организованы были через 3 дня после собрания Майдана. Их нет на Майдане. Я не разбираюсь, кто когда организовывал. Если студенческая организация предлагает человека, я даже не знаю, какая это организация. Я не из службы безопасности. Я не разбираюсь, кто откуда пришел, какую цель преследует. Для меня важно, чтобы он высказал свою точку зрения. Потому что это круглый стол наиболее демократического.